расскажи, как это все было? Как вы это все, это технология, это наше местное? Да, это ваше местное, да. Мы разводим сами, доращиваем, и рыба растет в реке, просто, то есть проточное течение, никаких антибиотиков, никаких добавок, то есть все натуральное. Золотой картофель восстановлен технологией, сервис. А скажи, сколько вы уже? Невероятно. Сколько вы уже? Мы стартапы, нам 3 года всего. Молодцы. До этого никто не дошел. Молодцы. Я не понимаю, ну вот как, было дофига рыбы. Объясните мне. Рыба была, а в архив никто не соизволил поковыряться и найти старые рецепты. А кому пришло в голову поковыряться в архив? Это услуга Олега Вячеславовича Львова, это руководитель нашей компании. То есть он захотел чем-то отличаться принципиально, да? Услуга его и его брата. Кто-то ел привет братьям Лёву. Вот, сделай такую. Это так вкусно. А посмотрите, Александр Викторович, у него есть такой сервис, что если вы, например, запросите, они сегодня ее выставят за соль. Завтра поставка есть? Да, сразу же вам за 2 дня они вам доставляют. Давай, космическая, космическая. Видео буквально. А сколько стоит вообще? 670 рублей за килограмм. 470 рублей за килограмм. По кускам, по попробовать можно. Меняется. Вот, кстати, Оксана, то, что мы вас рекомендовали, как раз было вот в Симеоне. Да. У нас все в Москве, когда мы приехали, все думали, что это оружие. Ну, это астраханское, собственно, производство. Девочки, это не оторваться.